반갑습니다. Рад встрече с вами. 오늘 우리 인생의 전환점이 되는 그런 은혜의 시간이 될 줄로 믿습니다. Я верю, что это будет время благодати для каждого из нас. 저와 여러분들의 만남 사이에는 그리스도께서 함께 하십니다. Я верю, что посреди этой встречи Христос пребывает вместе. 우리는 하나님의 자녀입니다. Мы с вами дети Божьи. 우리는 세상을 치유하고 살릴 시대의 남은 자입니다. И мы с вами оставшиеся, которые должны исцелить этот мир. 2000년 동안 사단에게 빼앗겼던 모든 것들을 회복할 절대 시간표 속에 지금 저와 여러분들이 말씀 앞에 섰습니다. И мы сейчас с вами предстоим пред Словом Божьим, чтобы восстановить все то, что было утрачено в течение 2000 лет. 사단이 가장 두려워하는 것은 복음을 두려워하는 것이 아닙니다. Что больше всего боится сатана? 복음은 사단이 절대로 막을 수 없습니다. Благую весть – это то, что сатана не может преградить. 절대로 복음은 대적도 할수 없습니다. Он не может противостать благой вести. 여러분, 복음은 생명의 빛이고 사단은 어둠입니다. И благая весть – это свет жизни, а сатана – это тьма. 아무리 사단의 권세와 능력이 강해도 진리의 생명의 빛 앞에는 맥을 줄수 없습니다. И какова сила сатаны не была бы великая, перед силой благой вести Христа не может устоять. 자, 마귀가 가장 두려워하는 것이 뭘까요? Что больше всего боится дьявол? 천국 복음이 땅 끝까지 전거되어지는 것입니다. Он больше всего боится, когда благая весть распространяется по всему миру. 사단은 복음이 전달되어지는 것이 두렵기 때문에 이 코로나 팬데믹으로 전 세계를 지금 전도자들의 발을 묶은 것입니다. И сатана больше всего боится, что благая весть передалась по всему миру, и поэтому он как бы связывает ноги благовестников, чтобы не передавали через пандемию.하나님은 그것까지도 알고 계십니다. Но Господь даже это знает. 그래서 저와 여러분들을 이 시간표에, 이 시대에 부르신 것입니다. И поэтому он призвал меня и вас в эту эпоху, в это расписание. 이번 한 주간에 저와 여러분들이 치유라는 제목으로 한 주간 말씀을 나누도록 하겠습니다. И на этой неделе мы будем слушать с вами слово об исцелении. 단순한 질병을 고치는 정도의 치유가 아닙니다. Здесь не просто исцеление в таком простом понятии. 하나님의 치유는 잃어버린 모든 주권을 회복하는 치유인 것입니다. То есть исцеление Божие – это то исцеление, которое восстанавливает всю утраченную нами духовную власть. 지금 한국에는 아직까지 마스크를 쓰고 우리가 다니고 사람과 사람 사이에 만날 수 없는 그런 비대면 거리를 두고 있습니다. И сейчас в Корее до сих пор мы используем маски и не можем сильно встречаться с людьми. Почему? Потому что еще до сих пор существует вот этот вирус, который не видим глазами, и он находится в воздухе.예방 차원에서 손도 씻고 마스크도 쓰고 지금 그런 상황입니다. То есть сейчас для предостережения используем маски, используем антисептические средства. 근데 한 가지, 지금 인간의 영혼을 멸망시키는 사단이 활동하고 있다는 사실에 대해서 교회가 그 사실을 정확하게 폭로하고 있지 않습니다. Но церковь не относится серьезно к тому, что сейчас сатана, он также действует. 교회의 제1사명은 성삼위 하나님께서 천지 만물을 주관하시는 그 주권을 선포하는 것입니다. И поэтому дело церкви – это чтобы провозглашать вот эту духовную власть всемогущего Бога. 그리고 보다 더 중요한 것은 사단이 이 지구를 지배하면서 하나님의 말씀을 듣지 못하도록, 전도하지 못하도록 방해하고 있다는 사실입니다.
То есть несомненный факт, нужно видеть, что сатана он препятствует, чтобы вот эта благая весть не передавалась. 교회가 이 사실을 정확하게 전달하지 못함으로 지구상의 모든 교회가 사단에게 잠시지만은 일시적이지만은 지금 완전히 교회가 마귀에게 무릎을 꿇은 것입니다. И получается, так как в церквях это точно не передавали, поэтому можно сказать, что сейчас перед сатаной склонили колени. 그래서 하나님께서 그리스도를 저와 여러분들에게 우리에게 보내주신 것입니다. На какое-то вот это короткое время. И поэтому надо точно знать, что Бог ради нас послал Христа. 기독교 역사 이래로 예수가 그리스도라는 오직의 복음을 전달한 적이 교회사에 없었습니다. То есть если посмотреть на историю церкви, не было такого времени, когда точно передавали благую весть. 초대 교회 당시에 약 한 250년 정도 있었습니다. Где-то, может быть, в течение 200 лет передавали точную благую весть первоапостольской церкви. 그 250년의 기간은 땅굴 속에 있었습니다. 카타콤 동굴 안에서 오직 예수였습니다. И вот это время, которое было где-то 250 лет, передавали благую весть, даже скрываясь в катакомбах. 교회가 카타콤 동굴에서 올라온 이후로부터 교회는 변질되기 시작했습니다. То есть, кто такое меняться? Это значит, что Слово Божие они стали по-другому, измененно передавать. И результатом этого что стало? Что церкви России, которые имеют тысячелетнюю историю, они потерпели поражение во время коммунизма. 자, 이것은 러시아의 교회만 책임이 있는 것이 아닙니다. Ответственность не только на церквях России, конечно. 유럽교회, 미국교회, 한국교회, 모든 교회가 지금 정확한 그리스도의 복음을 말하지 않고 있기 때문에 교회가 문을 닫고 있는 그런 실정입니다. То сейчас такая реальность, что в церквях Европы, Америки, также Кореи не передают точную благую весть, и поэтому двери церкви закрывают. 하나님은 살아계십니다. 그 말씀은 좌우의 날선 검으로 지금 세상을 치유하고 계십니다. 이 сейчас его слово, как обоюдно острый нож, оно исцеляет этот мир. 오늘 세상을 치유하시는 하나님의 약속의 말씀을 저와 여러분들이 마음으로 영으로 받아들여야 되겠습니다. И поэтому сейчас слово Божье, которое исцеляет этот мир, нужно принять своим сердцем, своим духом. 20장 1절에서 7절 말씀 다 같이 찾겠습니다. Давайте с вами посмотрим исход. 17절까지 1절에서 17절 오늘 말씀 읽겠습니다. 7장 목사님 7장 출애굽기 7장 20장 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 1절에서 17절까지 우리 같이 읽겠습니다. 20 глава с 1 по 17 стих. Давайте вместе прочитаем. «Изрек Бог Моисею все слова сии, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящих меня и соблюдающим заповеди мои». Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит его имя напрасно.
Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои. А седьмой день суббота Господу Богу твоему. Не делай его на никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю и море и все, что в них. А в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни жизни твоей на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего у ближнего твоего. Аминь. Аминь. 하나님께서 이스라엘 백성들을 가나안 땅으로 이동시키는 그 여정 속에 주신 약속의 말씀입니다. То есть получается, Господь вывел израильский народ из Египта, и по пути в пустыне Он дает это слово. 여러분, 십계명입니다. 십계명. Это 10 заповедей. Вы хорошо их знаете, да? 기독교인이 십계명 모르는 사람 있습니까? Есть ли среди христиан люди, которые не знают 10 заповедей? 하나님의 약속의 말씀은 영원 불변한 말씀입니다. То есть это вечное неизменное слово Божье. 땅에 있는 백성들이 하나님의 약속의 말씀을 지키려고 마음을 먹고 순종할 때에 하나님은 하늘 보좌의 문을 여십니다. И когда люди, находящиеся на земле, они все свои усилия прилагают к тому, чтобы соблюдать Слово Божье, небесное. Господь открывает двери небесные. 이게 지금 구약의 말씀이지만은 신약의 말씀과 동일한 말씀입니다. То есть, конечно, это слово Ветхого Завета, но оно также как применимо и в Новом Завете. 자, 하나님께서 우리에게 십계명을 주신 너무너무나 중요한 이유가 있습니다. Есть очень важная причина, почему Бог дал нам 10 заповедей. 십계명은 죄인된 인간이 지킬 수 있는 계명이 아닙니다. Вот эти 10 заповедей это не те заповеди, которые человек, находящийся на земле, может соблюсти. 그러나 하나님의 약속의 말씀이기 때문에 우리가 순종할 때에 믿을 때에 하나님께서 성령으로 역사하시는 증거가 나타날 것입니다. Но если мы послушны этому слову, верим в это слово, тогда Господь он проявляет действие Святого Духа. 오늘날 십계명대로 살아가는 세상입니까? 십계명을 어기면서 살아가는 세상입니까? Вот подумайте, сейчас какой мир? Мир, который живет по заповедям или который нарушает заповеди? 지금 러시아 교회가 십계명을 지금 지키고 있습니까? 지키고 있지 않습니까? А в России сейчас соблюдают 10 заповедей или не соблюдают? 자, 지금 이 메시지를 하는 저도 십계명을 다 지키지 못합니다. Даже я, который сейчас слово передаю, я не могу соблюсти все 10 заповедей. 하나님은 이렇게 살라고 우리에게 계명을 주셨는데 저는 그렇게 살지 못하고 있습니다. То есть, получается, Бог дал такие заповеди, чтобы мы так жили, но я не могу так жить. И поэтому Бог дал мне в сердце вот такое сожаление. 말씀대로 살지 못하기 때문에 오호라 나는 곤고한 자로다. Не могу жить по слову Божию, поэтому я исповедую, о бедный я человек. 그때 하나님께서 예수 그리스도를 보내주셔서 그리스도 안에서 모든 문제를 해결받게 하신 것입니다. И поэтому Бог посылает Иисуса Христа, и через Иисуса Христа делает так, что разрешаются все наши проблемы. 왜 하나님이 우리에게 십계명을 주셨을까요? Почему Бог дал нам 10 заповедей? 자, 세상을 치유하기 위해서 우리는 하나님의 근본적인 약속의 말씀을 회복해야 될 줄로 믿습니다. Я верю, для того, чтобы восстановить этот мир, исцелить этот мир, мы должны восстановиться вот в этом основном Божьем Слове.
여러분, 우리가 이 말씀을 지키고 안 지키고 중요한 것이 아니라 이 말씀을 기억하고 묵상할 때에 하나님께서 이 말씀 안에 있는 축복을 저와 여러분들에게 허락하실 줄로 믿습니다. То есть, да, вот получается у нас соблюдать или нет, но самое важное, чтобы мы помнили и размышляли над этим словом Божьим. 자, 어느 때 이 말씀을 하나님이 준비하셨습니까? Когда Бог дал это слово, подготовил? В какое время? 땅 종되었던 곳에서 우리를 인도해낸 하나님이라고 서두에 말씀하고 계십니다. 다시 목소리. 애굽 땅 종되었던 나를 건져내신 너 하나님 여호와라고 처음서부터 말씀하셨습니다. То есть это слово, оно говорит нам о том, что с самого начала Господь желает нас спасти. 우리는 하나님의 형상으로 지음받은 하나님의 자녀인데 왜 세상의 노예가 되어버렸습니까? Нас недостойных. Мы были сотворены по образу и подобию Божьему. Но почему мы живем сейчас посреди вот таких страданий? 자, 하나님의 약속의 말씀을 불순종했기 때문에 그렇습니다. Потому что проявили непослушание к обетованному Божьему слову. 왜 불순종했습니까? Почему мы проявили непослушание? 물론 누구나 다 사단이라고 이유를 말할 수 있겠습니다. Конечно, мы можем все сказать из-за сатаны. 그러나 사단은 절대로 하나님의 자녀를 건드리지 못합니다. Но сатана, он не может детей Божьих поколебать ни в коем случае, просто так. 하나님의 자녀가 하나님의 말씀을 어기고 탐욕으로, 정욕으로 마음과 생각이 변질되어졌을 때 그것을 통로로 삼아서 공격하는 것입니다. Но когда чадо Божие проявляет непослушание к Божьему Слову и проявляет какую-то жадность, алчность, вот это становится путем для сатаны. 그래서 온 인류가 사단에게 일평생 영원히 자손 대대로 종노릇 할 수밖에 없는 신분으로 전락되어버린 것입니다. И поэтому он использует это как стратегию, чтобы превратить весь народ, все человечество своих рабов. 그래서 하나님께서 저와 여러분들을 완전한 하나님의 형상으로 회복시키기 위해서 우리에게 말씀을 주신 것입니다. Для того, чтобы восстановить нас совершенный образ Божий навечно, он дает нам слово. 자, 그 첫 번째 말씀이 너는 나 외에 다른 신들을 내게 두지 말라 그랬습니다. И первое, что он говорит, что не делай себе никаких других богов. 자, 여러분, 우리가 눈에 보이는 다른 신은 우상이라고 말합니다. Пред лицом моим, а все другие бога мы называем идолами. 근데 눈에 보이는 다른 신들에게 엎드려 절하기 전에 인간의 마음속에 이미 탐심, 탐욕이 들어왔습니다. Но прежде чем поклониться каким-то другим богам, в первую очередь в человеке возникла похоть, жадность. 골로새서 3장 5절 말씀을 찾아보겠습니다. Колоссянам 3:5, давайте посмотрим. 골로새서 3장 5절 같이 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем Колоссянам 3:5. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. 자, 땅에 있는 지체를 죽이라고 말씀하셨습니다. Умертвите земные члены ваши. 자, 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 그 탐심은 우상 숭배라고 말했습니다. Говорится блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание. Любостяжание здесь говорится, которое есть идолослужение. 자, 여러분, 요한복음 13장 2절 말씀을 찾아보겠습니다. Давайте посмотрим Иоанна 13. 같이 읽겠습니다. 13:2. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иисусу Симонову Искариоту предать его.
마귀가 시몬의 아들 가룟 유다의 마음에 예수를 팔려는 생각을 넣었다 그랬습니다. То есть говорится, что дьявол Иуду Искариоту вложил в сердце продать Иисуса. 자, 마귀가 가룟 유다의 마음에 예수님이 팔 생각을 집어넣었다는 말씀은 매우 중요한 이야기입니다. 아, то, что дьявол вложил в сердце Иуде сердце продать Иисуса, это очень важные слова. 이미 가룟 유다는 예수님을 은삼십냥에 팔려고 마음을 먹었습니다. То есть он уже принял решение за 30 серебряников продать Иисуса. 그 마음을 사단은 통로로 삼아 가룟 유다에게 확실하게 예수를 팔 생각을 집어넣었던 것입니다. То есть получается, вот это желание сатана использовал как орудие, как путь к сердцу Иуды. И поэтому использовал, чтобы продать Иисуса. 자, 예를 들어서 우리가 거짓말을 할 때에 내가 거짓말을 해야 되나? 하면 안 된다. 이렇게 갈등이 있을 것입니다. Вот представьте, прежде чем соврать, у нас же есть в сердце конфликт. Врать мне или не врать? 자, 남의 물건을 훔치려고 할 때 훔쳐야 되나? 훔치면 안 된다. 이런 갈등이 있을 것입니다. Всегда же у нас есть конфликт такой. Например, если что-то своровать хотим, мы думаем, надо воровать или не надо? 자, 그런 중심 속에 사단이 통로로 삼아서 우리로 하여금 하나님의 말씀을 불순종하고 죄를 짓도록 만드는 것이 사단의 역할이란 것입니다. И поэтому роль сатаны, чтобы вот использовать такое сердце, сделать так, чтобы проявили непослушание и согрешили. 그래서 모든 인간이 영원한 사단의 저주 가운데 빠져버린 것입니다. И поэтому все люди впали в вечное проклятие сатаны. 저는 오늘 저와 여러분들에게 이 십계명을 지켜야 된다라고 지금 말씀을 전하는 것이 아닙니다. Сейчас я вам не говорю слово о том, что нужно соблюдать 10 заповедей. 사단이 임금이 된 이 어두운 세상에서 빛의 자녀로 구별된 삶을 살기 위해서 주신 하나님의 말씀을 우리가 묵상하는 것입니다. Но мы, являясь отделенными детьми Божьими от этого мира, над вот этим Словом Божьим, которое Он нам дает, должны размышлять. То есть из-за вот этой похоти, алчности, которая возникла, человек стал таким, который поклонился перед идолами. Мария에게 절하는 것이 그것만 우상이 아닙니다. То есть идолопоклонство – это не то, что человек, например, поклоняется Марии. Мария한테 절하는데 무엇 때문에 절합니까? Он поклоняется Марии. Из-за чего? 나를 위해서 절하는 것입니다. Ради себя. 나의 복을 위해서 절하는 것입니다. Чтобы, ради своего благословения. 나의 문제를 해결하기 위해서 비는 것입니다. Он просит для того, чтобы разрешились его проблемы. 결국은 나 중심이죠. То есть результат это все в центре своего я. 내가 우상이 되어 있는 겁니다. То есть это получается, я становлюсь идолом. 그게 창세기 3장의 흐름인 것입니다. Вот это есть течение бытия 3 главы. 자, 그런 하나님의 말씀을 거역하고 나 중심으로 살려고 하니까 창세기 6장의 네피림의 영이 완전히 접신돼 버린 것입니다. То есть получается, человек живет в центре себя, сам становится идолом для себя и совершенно становится схваченным вот этим духом исполинов. 그러니까 사단의 영에 사로잡혔기 때문에 창세기 11장 인간은 우상 신전을 짓는 노예로 포로로 전락될 수밖에 없는 것입니다. И как говорится в 11 главе, он начинает строить идолов. 지금 교회가 이 영적인 세계를 정확하게 지금 말하고 있지 않습니다. Сейчас в церквях не говорят о духовном мире точно. 오늘 이 창세기 3장, 6장, 11장의 사단의 근본 문제를 여러분들이 알고 듣기만 해도 듣고 있는 이 순간에 지금 성령께서 역사하실 줄로 믿습니다.
Я верю, что сейчас, когда вы слышите о проблемах 3, 6, 11 главы, и понимаете, Господь действует Духом Святым. 자, 두 번째 계명에 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 하늘과 땅과 땅 아래 있는 물속에 있는 어떤 형상도 만들지 말며 절하지 말라 그랬습니다. И также, если посмотреть исход 20 главу, далее говорится, 4 стих, не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже земли. 자, 히브리서 2장 15절 말씀을 찾아보겠습니다. Посмотрим с вами Евреям 2:15. 왜 형상을 만들어서 절을 하게 됩니까? А почему стали делать идолов и поклоняться? 히브리서 2장 14절 15절은 정확하게 답을 내고 있습니다. Евреям 2:14-15 здесь говорится точный ответ. 죽는 것이 두려워서 일평생 마귀의 종노릇 한다고 성경은 밝히고 있습니다. Библия говорит нам, что от страха смерти всю жизнь были подвержены рабству. 여러분, 지금 성경에만 있는 세상, 나를 치유하는 메시지를 저와 여러분들이 지금 받고 있습니다. Сейчас мы с вами получаем слово, которое нас исцеляет, которое написано только в Библии. 이것은 김정호 목사의 설교가 아닙니다. Это не просто проповедь пастора Ким Чон Хо. 전능하신 하나님의 약속의 말씀이기 때문에 저와 여러분들이 믿음으로 받을 때 세상과 내가 치유될 줄로 믿습니다. И если вы будете это принимать как слово всемогущего Бога, тогда вы будете получать исцеление и мир. 하나님이 하시는 치유는 본질을 회복시키는 것입니다. Какое исцеление дает Бог? Он восстанавливает нашу истинную сущность. 하나님의 형상의 본질이 회복된다면은 세상을 정복하고 다스리는 것은 당연한 응답과 증거가 될 줄로 믿습니다. То есть это сущность истинного образа Божьего, восстановление истинных благословений. 우리가 지금 왜 우상 앞에 절을 하고 다른 신들에게 빌어야 됩니까? Почему мы поклоняемся пред идолам и должны другим богам поклоняться? 하나님의 자녀인데 그 신분과 정체성을 잃어버린 것입니다. Это чады Божьи, потому что утратили свою истинную сущность. И чтобы восстановить нас, Он не говорит нам, чтобы мы что-то тяжелое делали. 여호와의 이름, 예수 그리스도 이름, 그 이름을 우리에게 주신 것입니다. Но Он дает нам свое имя, имя Господа, имя Иисуса. 여러분, 예수 그리스도 그 이름은 우리는 쉽게 부르는데 사단과 우상 숭배하는 자들은요 가장 두려워하는 이름이 될 줄로 믿습니다. Вы знаете, что вот мы имя Иисуса Христа очень легко призываем, а для идолопоклонников это имя, пред которым они страшатся. 제가 오래전에 어느 한 지역에서 복음을 전하다가 무속인이 굿을 하는 그 굿판에 제가 참여하게 되었습니다. В одном районе недавно я проповедовал, и я присутствовал на месте, где они занимались шаманским обрядом. 그 도시에 무슨 큰 행사가 있어가지고 그 굿판이 매우 큰 굿이었습니다. То есть они проводили это в большом городе, там было какое-то мероприятие. 이 무당 한 사람 주위에 한 7, 8명 이상이 이게 돕는 자들 있었습니다. И получается, вокруг этого шамана были помощники. 그리고 이 무당은 나이가 많은 할머니였습니다. Где-то 7-8 человек. Шаманка была старая бабушка. 키도 조그만하고 몸도 매우 약했습니다. Она была очень маленькая, худая. 근데 이 무당 할머니가 자기 키보다도 한 다섯 배, 여섯 배나 큰 대나무를 지고 있었습니다. И получается, она могла поднять очень большое дерево, которое было гораздо больше, чем она размером. 나무가 너무 크니까 혼자 지을 수 없어서
젊은 청년 두 사람이 함께 그 나무를 붙들고 있었습니다. И получается, она не могла сама его удержать, и поэтому два молодых человека поддерживали. 그리고 밑에 다른 그 돕는 자들이 뭐 꽹과리나 북을 막 이렇게 급하게 치고 있었습니다. А другие помощники, они в это время на каких-то инструментах играли очень так сосредоточенно. 근데 그때 무당이 왔다라는 소리를 하는데 그 젊은 두 청년이 그 나무를 대나무 잡은 손을 놓았습니다. И потом эта бабушка сказала: "Все, пришел". И тогда вот эти два молодых человека, которые поддерживали дерево, они отпустили дерево. 그 외소한 할머니 무당이 그 큰 대나무를 혼자 들고 펄쩍펄쩍 이렇게 뛰는 겁니다. И тогда вот эта бабушка, она вот с этим как бы бруском здоровым стала прыгать. 그때 그 주위에 구경하러 온 수많은 사람들이 깜짝 놀라고 이렇게 쳐다보고 있었습니다. И люди, которые собрались вокруг, они удивленно смотрели. 그때 제가 속으로 기도를 했습니다. И тогда внутри себя я стал молиться. 내 안에 계신 주 예수 그리스도 권세 있는 이름으로 명하노니 저 무당 속의 역사는 더러운 귀신은 지금 결박을 받고 떠나갈지어다. 제가 그렇게 기도를 했습니다. Я вот так молился, пусть вот этот злой дух именем Иисуса Христа, который имеет власть, сейчас будет сокрушен и убирается прочь. 그런데 제가 기도하는 그 순간에 그 큰 대나무가 이 바닥 잡아졌습니다. И вот в тот момент, когда я помолился, вот это большое дерево упало. 그 나무가 잡아지면서 이 무당도 펄쩍펄쩍 뛰다가 함께 그 마당에 푹 엎어져 버린 것입니다. И получается, вот эта шаманка, она прыгала вместе вот с этим бруском, а тут он упал, и она тоже упала. 근데 또 구경하는 사람들이 또 깜짝 놀랐죠. И тогда люди, которые смотрели, опять удивились. 아, 이 무당이 일어나면서 오늘 굿 안 된다 소리를 치더라고. И тогда вот эта шаманка встала и сказала: "Сегодня обряд не получится". 아, 그러더니 이 무당이 자기 주위를 이렇게 주변 사람을 아주 매서운 눈으로 이렇게 이제 뚫어지도록 쳐다보는 것입니다. И тогда она стала осматривать всех людей, которые находились вокруг нее. 저기서 이렇게 이제 오는데 무당이 내 앞에 딱 왔어요. И она вот так обошла людей и подошла ко мне. 무당이 내 앞에 와서는 고개를 들지도 못하고 고개를 푹 숙이고 뒷걸음질로 이렇게 도망을 가버렸습니다. И получается, она стала подходить ко мне, но она даже не могла своей головы поднять. Она вот так со склоненной головой подходила, а потом стала отходить от меня в сторону. 하늘과 땅에 모든 권세를 가진 예수 그리스도, 그 이름은 지금도 살아계신 하나님의 아들, 나의 구주, 나의 하나님의 이름인 것입니다. Потому что имя всемогущего Господа нашего Иисуса Христа, оно и сейчас действует имя Господа, который имеет всю власть на небе и на земле. 자, 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이다. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 자, 천하의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 주신 적이 없다. Ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому держало бы нам спастись. 내 이름으로 무엇인지 구하면 받을 것이니 너의 기쁨이 충만할 것이다. И что ни попроси во имя мое, получите, дабы радость ваша была совершенна. 내 이름으로 귀신을 쫓아내라. Именем моим будете изгонять бесов. 내 이름으로 병든 자를 고쳐라. Именем моим будете исцелять больных. 여러분들이 이 말씀에 순종하십니까? 이 말씀 반대로 살고 있습니까? А вы послушны этому слову или вы живете противоположно этому слову? 여러분들 앞에 무슨 문제가 있습니까? Какие проблемы есть пред вами? 어떤 위기가 있습니까? 어떤 위기가 있습니까? Какой кризис пред вами? 예수 그리스도 이름으로 그 문제를 위해서 기도해 보세요. Попробуйте за эту проблему молиться во имя Господа Иисуса Христа. 자, 로마서 8장 28절 말씀을 찾아보겠습니다. Римлянам 8:28 давайте посмотрим.
로마서 8장 28절. 8:28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, всё содействует ко благу. 자, 아멘. 여러분, 예수 그리스도 이름으로 기도할 때에 우리는 좋은 것만 응답이고 축복이라고 생각합니다. Когда мы молимся во имя Иисуса Христа, мы думаем, что только когда мы хорошее получаем, то это ответы благословения. 내게 유익되는 것이면 좋은 것이고 응답이라고 생각합니다. Мы думаем, то, что нам выгодно, это и есть хорошее, это и есть ответ. 그런 응답과 축복은 어린 아기들에게 주는 응답입니다. Но такой ответ, такие благословения даются маленьким детям только. 시대의 전도자, 남은 자들에게는 그 반대의 응답이 올 수도 있습니다. Но эпохальному благовестнику ответ может прийти и противоположный. 요셉이 하나님이 약속하신 세계복음화의 언약의 말씀을 자기 가족들에게 증거했습니다. Иосиф засвидетельствовал о своем ответе всемирной евангелизации перед своей семьей. 근데 형제들에게 하나님의 약속의 말씀을 전달했는데 요셉에게 찾아온 것은 무엇입니까? То есть он передал братьям вот этот завет, и что пришло к Иосифу? 자, 죽음의 구덩이에 던져진 것입니다. То есть кризис смерти его бросили в яму. 노예로 끌려간 것입니다. Его продали в рабство. 누명 쓰고 감옥 간 것입니다. Незаслуженно попал в тюрьму. 근데 여러분 결론은 어떻게 됐습니까? Какое было заключение? 민족과 전 세계를 살리는 주인공이 된 것입니다. Он стал главным героем, который спас свой народ и весь мир. 여러분 여기에 열쇠가 무엇입니까? Что здесь является ключом? 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자입니다. То есть говорится, мы увидели, что ты народ, что ты тот, который 하나님, Богу истину поклоняешься. 하나님을 사랑하는 자는 모든 것이 합력하여 선을 이루는 것입니다. А любящим Бога все содействует ко благу. 하나님을 어떻게 사랑합니까? А любящим Бога, как любить Бога? 하나님의 계명을 지키는 것입니다. Это соблюдать его заповеди. 그 계명을 어떻게 지킵니까? А как мы можем соблюдать его заповеди? 네 번째 계명. 너는 안식일을 기억하여 거룩히 지켜라. И четвертая заповедь. Здесь говорится, храните день субботний, чтобы святить его. 신령과 진정의 예배의 축복을 누리는 것입니다. То есть это наслаждение богослужением в духе и истине. 하나님이 주신 하늘의 영적인 신령한 축복을 안식일 날 풍성하게 누리는 것이 영적 싸움에 이기는 열쇠인 것입니다. И путь победы в духовной борьбе – это наслаждаться духовным благословением через день субботний. 1계명에서 4계명까지는 하나님과 인간, 죄인된 인간의 관계 회복을 위해서 하나님이 주신 계명의 말씀인 것입니다. То есть, слово, получается, 10 заповедей, с 1 по 4 заповедь, это путь восстановления взаимоотношениях между Богом и грешным человеком. 자, 하나님과 올바른 관계가 회복되면은, 여러분, 부모를 공경하라. 다섯 번째 계명이죠. То есть, если восстановится правильное взаимоотношение с Богом, то дальше пятая заповедь говорится, чтобы почитали родителей. 부모를 공경한다는 것은 자식이 부모를 공경하는 것은 마땅한 것입니다. А чтобы дети почитали родителей, это правильно. 근데 여러분, 자녀가 부모를 공경하는 것이 마땅한 것인데 그 마땅한 것이 안 됐기 때문에 지금 가정이 파괴되고 사회가 어려운 가운데 빠지는 것입니다. Но так как это правильно, но это не получается, поэтому семьи разрушаются и в обществе сейчас трудности. 자, 5계명부터 10가지 10번째 계명까지는 땅에서 인간과 인간 사이에 지켜야 될 계명을 하나님이 우리에게 주신 것입니다. Заповеди, получается, с 5 по 10 это заповеди, которые мы соблюдаем на земле, в взаимоотношениях между людьми.
하나님과 바른 관계만 성립되면은 땅의 것은 자연스럽게 회복될 줄로 믿습니다. Но я верю, что если первоначально у нас восстановятся взаимоотношения с Богом, тогда у нас восстановятся и земные взаимоотношения. 이것은 하나님이 약속하신 성경의 원리인 것입니다. И это есть обещанный в Библии Божий принцип. 지금 여러분 우리가 러시아 교회가 회복해야 될 것이 무엇입니까? В чем должны восстановиться церкви России? 가정 치유, 부모 자식 간의 관계 회복 매우 지금 시급한 것입니다. То есть очень важно это исцеление семьи, исцеление взаимоотношений внутри семьи, между родителями и детьми. 지금 유럽, 한국, 전 세계는 가정과 우리 청소년들과 자녀들이 지금 급속도로 파괴되고 있습니다. Сейчас большая проблема в том, что как в Корее, в Европе и по всему миру разрушаются семьи, взаимоотношения с детьми, подростками. 여섯 번째 계명에 살인하지 말라였습니다. Шестая заповедь не убивай. 여러분, 지금 우리 지구상에 평화를 위해서 전쟁이 곳곳에 일어나고 있습니다. Сейчас в этом мире люди по всему миру производят войны. 종교의 율법을 지키기 위해서 사람을 무차별하게 죽이는 단체도 있습니다. То есть все это делается для того, чтобы достигнуть мира в этом мире, соблюдая какие-то религиозные законы, как бы творят такие дела. 나라의 정권을 차지하려고 자기 백성들을 짐승처럼 취급하는 국가도 있습니다. Есть такие государства, где для того, чтобы соблюсти свою государственную власть, они настолько жестко держат свой народ, что народ как животные у них живут. 하나님께서 살인하지 말라고 계명을 주신 것은 살인할 수밖에 없는 일들이 우리 사회에 너무 많이 있다는 사실을 밝혀 주신 것입니다. То есть Господь говорит, не убивай. Через это мы видим, что Он показывает нам, что очень много происходит такого убийства в этом мире. 일곱 번째 계명에 간음하지 말라. Седьмая заповедь, не прелюбодействуй. 지금 강대국과 선진국의 법은 간통죄가 폐지돼 버렸습니다. И получается, в сильных державах сейчас очень сильно, даже на уровне законов, прелюбодеяние одобряют. 간통죄의 법이 폐지됐다는 것은 그만큼 간음하는 일들이 많이 일어나고 있다는 증거지요. То есть сейчас настолько то, что вот это уже как бы законом одобряют, что настолько это много происходит в мире. 도둑질하지 말라 그랬습니다. Дальше говорится, не кради. 내 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라 그랬습니다. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 여러분 설명할 필요도 없이 지금 우리 사회에 도둑질이나 거짓말은 뭐 말로 다 표현할 수 없을 정도로. 지금 난무합니다. То есть мы можем увидеть, что даже не нужно об этом говорить. Мы видим, что все переполнено воровством и ложными свидетельствами. 내 이웃의 집을 탐내지 말라 그랬습니다. Не желай дома ближнего твоего. 자, 이 열 가지 계명 가운데 아홉 가지는 지키고 한 가지를 못 지켜도 계명은 어기는 것입니다. Если вот из всех этих десяти заповедей мы все девять соблюдем, но одну мы нарушаем весь закон. 자, 로마서 6장 23절 말씀을 보겠습니다. Римлянам 6:23. Давайте посмотрим. 이바 возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. 죄의 삭은 사망이요 그랬습니다. Возмездие за грех смерть говорится. 자, 어느 누구도 하나님의 계명에 벗어날 수 없는 사람, 벗어날 수밖에 없는 사람이 한 사람도 없습니다.
То есть нет того, кто мог бы соблюсти весь закон. 모든 사람이 죄의 올무에 지금 빠져 있는 것입니다. 아, все люди сейчас находятся как в оковах этого греха. 그래서 인간은 죽음의 운명을 면치 못하고 있습니다. И поэтому человек не может избежать смерть, погибель. 그래서 하나님께서 자기 독생자 예수 그리스도를 십자가에서 저와 여러분들을 나를 대신해서 죽게 하신 것입니다. Поэтому Господь сделал так, что Сын Его Единородный, Иисус Христос, пострадал, умер вместо нас. 나의 죄를 대신해서 대속 제물이 되신 것입니다. То есть вместо меня, за мои грехи, Он стал заместительной жертвой. 염소나 송아지 피로 아니하시고 자기 피로 영원한 속죄를 단번에 이루신 것입니다. Не с кровью козлов или волов, но со своей кровью он совершил вечное искупление. 그리고 새로운 살 길을 열어주신 것입니다. И открыл для нас новый путь жизни. 내가 곧 길이요 진리요 생명이라 그랬습니다. Есть путь, истина и жизнь. 여러분, 인간이 세상에 살아가면서 다양한 문제, 해결할 수 없는 문제에 빠지는 사람들이 지구상에 너무 많이 있습니다. Очень много сейчас людей в этом мире, которые впали в различные проблемы. 어떻게 그 문제를 해결할 수 있습니까? Как вот эти проблемы они могут разрешить? 오늘 첫 시간 마지막 말씀 베드로전서 3장 15절 말씀을 찾아 읽겠습니다. Давайте последнее писание в этой лекции откроем. 1 Петра 3:15. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. 너희 마음에 그리스도를 주인으로 삼아라 그랬습니다. Господа Бога светите в сердцах ваших, говорится. 그럼 사단이 공격하는 타겟이 어디입니까? Как сатана атакует? Какое место атакует? 그 인간의 마음인 것입니다. 마음. 생각. Это мысли человека. 그래서 너희 마음에 그리스도를 주인으로 삼아라 그랬습니다. В его сердце. И здесь говорится: светите Бога, пусть он будет хозяином вашим, вашей жизни. 하나님께서 생명으로 지키시는 것도 우리의 마음과 생각입니다. 하나님이 지키시는 것도 우리의 마음과 생각이다. И то место, которое Бог должен оберегать, это тоже наше сердце и наши мысли. 물론 지킬 만한 것보다 네 마음을 지켜라. 생명의 근원이 여기서 나옵니다. 그렇습니다. Потому что говорится, что больше всего хранимого храни сердце, потому что из этого исходят источники жизни. 우리의 마음으로 하나님의 말씀에 순종하느냐, 우리의 마음과 생각 속에 사단의 말을 담느냐, 여기서 양갈래로 천국과 지옥이 나누어지는 것입니다. И поэтому очень многое зависит от того, что вы в свое сердце, в свои мысли принимаете, слово Божие или слова сатаны, от этого зависит ад и рай. 그래서 바울은 아무것도 염려하지 말고 너희의 구할 것을 감사함으로 하나님 앞에 기도하라 그랬습니다. И поэтому Павел сказал: ни о чем не заботьтесь, но во всем молитве и прошении открывайте за свои желания с благодарением перед Богом. 내 마음을 내가 지킬 수 없음을 하나님 앞에 고백하고 부탁할 때에 하나님께서 마음과 생각을 지키시겠다고 약속하셨습니다. И Господь пообещал, что так как я не могу соблюсти сердце свое, когда все в своем сердце доверяю Богу, Господь соблюдет, сохранит мое сердце и помышления во Христе Иисусе. 오늘 첫 번째 시간에 성경에만 있는 세상 치유의 제목으로 십계명 말씀을 전달했습니다.
Вот с первой лекции мы с вами услышали слово исцеление, которое находится только в Библии через 10 заповедей. 여러분들 조용한 시간에 다시 한번 십계명을 깊이 한번 묵상할 수 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы над вот этим словом 10 заповедей вы глубоко поразмышляли в спокойное время. 특히 교회 지도자 여러분들은 한번 날마다 십계명을 한번 읽어보시기 바랍니다. Особенно руководитель церкви, я желаю, чтобы вы могли каждый день читать это слово. 우리 지금 교회 안에 얼마나 세상적인 것이, 얼마나 타락한 요소들이 교회 안에 세균처럼 침투해 들어왔는지를 여러분들이 깨닫게 될 것입니다. Тогда вы осознаете, насколько много мирского, грехопадшего вошло в этот мир. 하나님은 교회를 새롭게 하시려고 지금 새롭게 하시려고 시작하셨습니다. И Господь, Он желает сейчас совершать новое начало. 서로의 찬스입니다, 지금. То есть это Божье желание. 아주 중요한 시간표라고요. То есть сейчас очень важное расписание. 여러분, 오늘 1강의 말씀을 여러분 마음에 잘 새기시고 이번 한 주간 동안 깊은 묵상하심으로 나를 치유하고 교회를 치유하고 세상을 치유하는 주인공이 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. Благословляю вас во имя Господа Иисуса Христа, чтобы глубоко поразмышляли на этой неделе над этим словом и могли исцелить себя, исцелить церковь, исцелить мир. 자, 첫 시간 여기서 마치고 10분 뒤에 다시 만나겠습니다. 감사합니다. Первая лекция на этом завершена. Продолжим через 10 минут. Благодарю вас. Recording stopped. Там Бытие 3.15. Recording in progress. Бытие 3.15. «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». 이번 시간에 우리가 지금 치유라는 주제를 가지고 사단에게 빼앗긴 하나님의 것을 회복하는데 우리가 포커스를 맞춰야 되겠습니다. И вот через эти лекции мы должны сфокусироваться на такой теме, чтобы восстановить то, что мы утратили из-за сатаны. 계시록 12장 12절에 보면은 사단은 제 때가 다 된 것을 알고 분노함으로 세상에 쫓겨났다 그랬습니다. Откровение 12:12. Если посмотреть, то здесь говорится: «Итак, веселитесь, небеса, обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». 이 세상에서 사단의 권세를 깨뜨릴 인간은 그 누구도 없습니다. На этой земле нет никого, кто мог бы сокрушить власть сатаны. 범죄한 까닭에 오히려 사단의 노예가 되어버렸습니다. Из-за того, что человек согрешил, он наоборот стал рабом сатаны. 하나님은 살아계시기 때문에 자기 백성을 마귀에게 노예로 포로로 끌려가는 것을 허락지 아니했습니다. И поэтому Бог он живой, и он не желает, чтобы его народ был в рабстве, в плену. 사단의 그 저주와 재앙 가운데서 건지시기 위하여 그리스도를 우리에게 보내신 것입니다. И поэтому ради нас он посылает Христа, чтобы спасти нас из проклятий и бед. 자, 에덴 동산의 원죄 사건은 사단의 역사입니다. И события первородного греха в Эдемском саду это действие сатаны. 죄를 알지 못하는 아담과 하와가 사단의 속임수에 빠져서 하나님이 금하신 선악과를 따먹게 된 것입니다. Адам и Ева, которые не знали греха, они обманулись этой хитростью сатаны и согрешили.
자, 먹는 날에는 정녕 죽으리라 말씀하셨지만 인간은 사단의 유혹을 이길 수 없었습니다. И говорится, что в день, который ты съешь, смертью умрёшь, но они не смогли победить обман сатаны. 이미 네피림의 영에 사로잡힌 인간은 내 마음대로 할 수가 없는 것입니다. То есть человек, который уже схвачен духом исполин, он уже не может поступать по своему сердцу. 온 인류는 홍수 심판을 면할 수가 없었던 것입니다. И весь этот мир не мог остановить потоп, суд потопом. 하나님은 그 심판 가운데서도 노아를 통해서 방주를 우리에게 허락하셨습니다. И через, то есть в этом событии ковчега Бог, это потопа, Бог дает ковчег через Ноя. 자, 그럼에도 불구하고 또 사단에게 속아서 바벨탑에 노예가 되고 포로가 된 것입니다. Открывает для нас событие спасения, и все равно, ослушавшись Бога, дальше человек оказывается в плену, в колонии. 자, 지구상에 사단의 하수인들은 왕들도 있고 거짓 선자들도 있고 미혹의 영들도 있습니다. То есть вот этот мир, он переполнен духами обольщения, князь мира господствует в этом мире. 세상의 영웅들, 인기인들, 권력 가진 사람들 가운데 사단의 심부름하는 일꾼들이 많이 있습니다. Очень много среди правителей этого мира тех, кто преклоняет свои колени перед сатаной. 그러나 그 사람들이 아무리 세상을 정복하고 타락시킨다 하더라도 하나님의 복음은 절대로 막을 수 없는 것입니다. И как бы сатана, он не пытался завоевывать этот мир, приводить его в такой хаос, ничто не может устоять пред силой Божьей. 자, 하나님께서는 그리스도를 보내주셔서 사단의 권세, 마귀의 머리를 산산조각 내버렸습니다. То есть Господь послал Христа и поразил сатану в голову. 그리고 그 저주 가운데 빠져있는 자들을 하나님의 완전한 형상으로 회복시켜 주셔서 사단의 권세와 마귀의 일을 멸하는 신분과 권세를 회복시켜 주셨습니다. И поэтому Господь, Он из дитя дьявола делает нас детьми Божьими и восстанавливает в нас власть чада Божьего. 이제는 하나님의 말씀으로 세상을 치유하고 노예가 된 인간을 구원하기 위해서 하나님이 저와 여러분들의 근본을 치유하는 것입니다. Теперь Господь исцеляет нашу основу, чтобы мы могли давать исцеление в этот мир. 사단이 인간에게 심은 그 죄는 영원한 죄요. 그 세상의 어떤 종교적인 행위로도 해결할 수 없는 죄인 것입니다. И проблему греха, которую дал сатана, человек не может разрешить никакими методами. 영혼이 파괴되어 버리기 때문에 영혼의 인간은 하나님의 말씀은 거부하고 마귀의 말을 들을 수밖에 없는 존재로 변질된 것입니다. То есть человек, он изменился. Теперь получается его духовное состояние изменилось, и он теперь не может не слушать слова сатаны. 그래서 첫 번째로 영적으로 우리 인간의 마음과 생각 속에 사단의 말을 듣고 순종할 수밖에 없는 DNA로 각인된 것입니다. То есть уже такой фон запечатлелся в человеке, что он теперь послушен словам сатаны. 자, 그 증거가 인간이 어려움이나 위기가 생기면은 문제가 발생되면은 귀신 들린 점쟁이나 무속인들을 찾아갈 수밖에 없는 것입니다. И свидетельство этому является то, что когда к человеку приходят какие-то трудности, он обращается к гадалкам, к шаманам. 사단이 얼마나 조직적으로 일을 하는지 사도행전 13장에 보면은 무속인이 정치인을 사로잡고 있는 것입니다. И насколько стратегично сатана действует, если посмотреть Деяния 13 глава, там говорится, что шаман держал политиков. 또 사도행전 16장에 보면은 귀신 들린 점쟁이가 경제인을 사로잡고 있는 것입니다. 16 глава Деяния говорится, что одержимая бесами гадалка держала экономистов.
사도행전 19장에 보면은 한 도시 전체 나라가 완전히 우상 문화, 귀신 문화, 음란 문화에 빠져서 청소년들과 사회 문제가 계속 일어나고 있는 것입니다. Здесь мы можем увидеть в 19 главе Деяния, что весь город был поглощен вот этой культурой идолопоклонства, культурой блуда. И там происходили различные проблемы, целый город, целая страна. 그래서 인간은 마귀가 파는 함정, 불신자 여섯 가지 상태의 함정과 올무에 빠져서 지금 깊은 수렁에 빠져서 지금 헤매고 있는 것입니다. То есть человек, он вот так блуждает, находясь в этих оковах, в рамках, в ловушке сатаны, в шести положениях неверующего человека. 그래서 하나님께서 그 마귀의 일을 멸하신 왕권을 가지고 우리 가운데 그리스도께서 찾아오신 것입니다. И поэтому Иисус Христос пришел в нашу жизнь, имея царскую власть. 어린 소녀 앞에 예수님을 세 번이나 부인했던 베드로가 이 그리스도의 복음의 비밀을 사실적으로 믿는 그날 이후로 왕 같은 제사장의 신분을 고백했습니다. То есть получается, мы можем увидеть, например, Петра, который три раза отверг Христа перед маленькой девочкой. Мы можем увидеть, что он восстановился в царской власти далее. 여러분, 이 첫 시간에 우리가 세상을 치유하는 십계명의 말씀을 받았습니다. В первой лекции мы слушали с вами слово о десяти заповедях. 자, 우리가 겉으로는 목회자요, 또 교회 중직자요, 예수 믿는 그리스도인입니다. И внешне мы с вами верующие в Иисуса Христа, мы с вами служители, пастора. 그러나 속으로는 아직도 나 중심, 물질 중심, 성공 출세 중심으로 내 속 사람은 변하지 않았습니다. Но до сих пор внутри себя мы не изменились. Мы до сих пор в центре себя, в центре успеха, в центре материального. 자, 마음으로는 그리스도를 주인으로 모시고 있지 않는데 우리가 그리스도 이름으로 귀신을 쫓아내고 영적 싸움을 한다는 것은 마귀가 잘 알고 있습니다. И действительно ли мы приняли Господа своим хозяином? А действительно ли мы ведем духовную брань во имя Иисуса Христа с окрашенной силой? Сатана все это знает. 그래서 우리의 마음과 생각 속에 뿌리 내려져 있는 것이 무엇이냐? 여러분 스스로 확인하고 찾아내야 될 것입니다. И поэтому мы должны сами найти, увидеть в себе, что пустило в нас корни. 여러분, 우리가 하나님의 말씀이 우리 마음과 심령 속에 뿌리 내려져 있다면 반드시 성령의 좋은 열매를 맺을 것입니다. Если слово Божие пустило корни в нашем сердце, то обязательно принесем хорошие плоды. 자, 우리 마음과 생각 속에 무엇이 뿌리 내려져 있느냐? 그대로 열매를 맺는 것입니다. В зависимости от того, что пустило в нашем сердце, в наших мыслях корни, таковы будут и плоды. 그래서 여러분 십계명의 말씀을 여러분들의 마음에 담으면은 그 말씀이 여러분들의 영혼을 소생시키고 여러분들의 삶을 풍요롭게 할 줄로 믿습니다. И я верю, что если вы вложите 10 заповедей в свое сердце, они приведут изменения в вашей жизни, в вашем сердце. 여러분 지금 교회가 사단의 12가지 근본 문제를 정확하게 폭로하지 않고 있기 때문에 교회 다니면서도 사단의 것으로 뿌리 내리고 각인돼 있는 신자들이 너무 많이 있습니다. Очень много верующих, даже ходящих в церковь, которые не глубоко не осознают 12 проблем неверующего, и они глубоко сами пустили корни вот в этих проблемах. 우리의 마음과 영혼 속에 사단의 것으로 각인돼 있는 것을 그리스도로 하나님 나라의 것으로 변화받는 것은 굉장한 하나님의 축복이요 은혜인 줄로 믿습니다. И очень большое благословение, если вот эти корни неверия, которые у нас запечатлелись, они изменятся на корни Христа, на корни Божьего Царства. 우리의 마음과 생각이 하나님의 것으로 편집되고 설계되고 디자인된다면은 하나님이 예비하신 축복은 와 있는 것을 보게 될 것입니다. То есть если мы начнем себя менять Божьими мыслями, Божьим словом, тогда изменения Божьи будут в нашей жизни.
우리의 마음과 생각이 하나님의 말씀으로 편집되어 있으면 하나님이 예비하신 모든 축복은 이미 와 있는 것을 우리가 발견하게 될 줄로 믿습니다. То есть, если мы редактируем свои мысли словом Божьим, мы поймем, что уже какие благословения Бог нам уже дал. 우리가 그리스도 하나님의 나라 오직 성령으로 하나님의 것으로 우리의 마음과 생각 속에 뿌리 내려야 될 이유는 우리 후손들에게 언약이 바르게 전달돼야 될 줄로 믿습니다. То есть, если мы редактируем свои мысли на Божье царство, на только Христа, на водительство Святого Духа, это окажется влияние на наших потомков. 내 안에 무엇이 뿌리 내려져 있냐에 따라서 그것이 그대로 우리 자녀들과 우리 미래의 열매로 나타날 것입니다. Потому что то, что пустило во мне корни, это проявится потом в моих детях, в плодах. 여러분, 이것은 굉장히 중요한 영적인 원리인 것입니다. Это очень важный духовный принцип. 자, 분명히 예수님의 제자들이 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이심을 고백했습니다. Несомненно, ученики Иисуса Христа не исповедовали, что Господь, ты есть Христос, Сын Бога Живого. 그러나 예수님께서는 그들이 입으로는 고백했지만은 마음으로는 그리스도를 주인으로 모시지 않았던 것을 알고 계십니다. Господь знал, что они это исповедовали устами, но еще сердцем, как хозяина своей жизни, еще не приняли. 그래서 내가 그리스도인 것을 아직 말하지 말라고 제자들에게 미리 가르쳤습니다. И поэтому он заранее говорит, никому не говорить о том, что я Христос. 자, 제자들이 그리스도로 결론 나 있지 않는 증거가 어떤 것이겠습니까? Что является свидетельством того, что они еще не приняли его как своего Господа, как хозяина? 자, 예수님이 이 땅에 오신 목적이 창세기 3장 15절 약속의 말씀을 성취시키러 오신 것입니다. Иисус Христос пришел, чтобы разрешить проблему Бытия 3 главы. 예수님은 세상에서 사람들에게 영광 받으시거나 높임 받기 위해서 오신 분이 아닙니다. Он не тот, который пришел, чтобы получить какую-то честь и славу от этого мира. 예수님은 이 땅에서 명예와 부귀 영화를 누리기 위해서 이 땅에 오신 분이 아닙니다. Он не пришел на эту землю, чтобы наслаждаться славой и изобилием этого мира. 온 인류를 구원하기 위하여 죽으시려고 육신을 입고 오신 메시아 그리스도인 것입니다. Но это есть Мессия Христос, который, чтобы разрешить проблемы грехов всего человечества, пострадал. 그런데 이 제자들은요, 예수님이 이 땅에 왜 육신을 입고 오셨는가 그 본질을 몰랐던 것입니다. Но ученики не осознавали до конца истинную суть того, для чего он пришел воплотить на эту землю. 예수님께서 이 땅에 오셔서 그 오신 목적을 이루기 위해서 십자가에 죽으실 것을 말씀할 때 베드로가 그리 마옵소서 거절했던 것입니다. И когда Иисус действительно сказал о своей истинной цели, зачем он пришел, что нужно пострадать и умереть на кресте, тогда Петр сказал: да не будет этого. 예수님께서 단번에 사탄아 내 뒤로 물러가라. 네가 야, 오케이. И тогда Иисус сказал: «Сатана, отойди от меня». 네가 하나님의 일은 생각지 아니하고 사람의 일을 생각하는구나, 육의 일을 생각하는구나, 책망했습니다. И он отругал его, сказал: «Ты думаешь не о Божьем, а о земном, человеческом». 여러분, 우리 안에 사단이 가져다 준 12가지 문제로 각인 뿌리 체질화되어 있는 것들이 아직도 많이 있다는 사실을 여러분들은 시인하셔야 됩니다. И поэтому вот сами должны признавать, исповедовать, что в нас еще много вот этого неверия, еще запечатленного от вот этих 12 проблем неверующего человека. 내 안에 멸망의 요소들이 하나님이 원치 않는 것들이 불필요한 것들이 너무나도 가득 차 있는 것을 고백할 때 하나님께서 해결할 수 있는 말씀을 주시는 것입니다. Если действительно мы будем исповедовать, признавать, что во мне еще много того, что ведет меня к погибели, то, что не от Бога, Господь, Он будет давать слово, будет вести нас, исцелять в этом. 여러분, 마귀는 한 번, 두 번 공격하고 포기하는 존재가 아닙니다. Дьявол не такое существо, которое придет один-два раза, попытается нас атаковать, а потом уйдет.
끝까지 추격하고 또 추격하는 존재가 이 사단의 존재인 것입니다. То существо сатаны такое, которое до конца будет пытаться убить нас и еще раз убить. 하나님의 말씀을 대언한 모세에 의해서 애굽이 완전히 산산이 망해버린 것입니다. 이 하나님의 말씀을 대언한 모세에 의해서 애굽이 완전히 망해버렸대요. То есть мы можем увидеть, что Моисей был человеком, который должен был передавать Слово Божие. И благодаря ему, благодаря тому, что он передавал Слово Божие, Египет совершенно сокрушился. 바로가 장자의 죽음 이후에 모세 앞에 무릎을 꿇고 이스라엘 백성들을 해방시킨 것입니다. После десятой казни, когда умерли первенцы, тогда фараон он отпустил израильский народ, послушался Моисея. 자, 그런데 이스라엘 백성들이 출애굽한 이후에 바로와 남아 있는 철병과 군대들은 또 이스라엘 백성들을 없애려고 추격하고 쫓았던 것입니다. Но посмотрите дальше, когда уже израильский народ вышел, опять он стал преследовать израильский народ, чтобы погубить его. 애굽의 제사장들이 바로에게 이렇게 말했습니다. И даже служители фараона, они сказали фараону. 바로 왕이여, 지금 애굽이 완전히 망했는 것을 왕만 모르고 있다고 제사장들이 탄식했습니다. То есть они сказали, наверное, ты не видишь, что мы совершенно уже пришли к краху. 여러분, 사단이 자기 종들을 사용하는데 그 마귀의 종들도 각인 뿌리 체질된 것은 스스로 바꿀 수가 없습니다. То есть получается, рабы сатаны, они тоже не могут изменить то, что в них запечатлилось, укоренилось. 많은 줄 알면서도 그 멸망의 길을 끝까지 추적하고 쫓아가는 것이 이게 사단의 영적인 문제인 것입니다. Духовная проблема сатаны заключается в том, что даже зная, что он уже погибает, он пришел к погибели, он все равно до конца следует этим путем. 세상에서는 영원히 해결할 수 없는 인간의 근본 문제, 영적 문제를 성경에만 치유할 수 있도록 하나님이 우리에게 살아있는 말씀을 주신 것입니다. И вот эту духовную неразрешимую проблему, а только через живое Слово Божие можно разрешить. 자, 우리 히브리서 4장 12절 말씀을 찾아보겠습니다. Евреям 4:12 давайте посмотрим. Ибо Слово Божие живо и действенное, острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. 하나님의 말씀은 살아있다고 말씀하셨습니다. То здесь говорится, что Слово Божие живое. 좌우의 날선 검과 같다고 말씀하셨습니다. Говорится, острее всякого меча обоюдоострого. 그 말씀 자체는 운동력이 있다고 말씀하셨습니다. И само Слово Божие, оно действенно. 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼갠다고 말씀하셨습니다. То есть оно разделяет дух, душу, состав и мозги. 마음과 생각까지 감찰하신다고 말씀하셨습니다. И судит помышления и намерения сердечные. 인간의 근본을 완전히 치유하는 생명의 말씀인 것입니다. То есть это слово жизни, которое совершенно меняет суть человека. 자, 지금 저와 여러분들은 지도자요 한 시대를 치유해야 될 남은 자인 것입니다. Вы благовестники, вот тот остаток, который должен исцелить эпоху. 이 천국 복음을 온 세상에 증가하기 위하여 그리스도의 삼중직의 대사로 여러분들을 부르신 것입니다. И чтобы благовествовать Слово Божие, выполнять роль трех должностей, Он призвал вас. 237개 나라 5천 종족은 치유 외에는 다른 대안이 없습니다. И то, что необходимо 237 странам и 5000 племен, это исцеление. 자, 수천 년 동안 귀신을 섬기고 우상 숭배했던 그 종족들이 치유를 받지 않고서는 절대로 하나님의 온전한 사람이 될 수 없습니다.
И поэтому люди, которые уже испокон веков поклонялись идолам, поклонялись бесам, и им необходимо исцеление, другого способа нету. 하나님께서 우리에게 근본 치유를 위해서 주신 중요한 약속의 말씀이 있는 것입니다. И для того, чтобы дать вот такое коренное исцеление, дает нам важное слово обещание. 신명기 6장 4절에서 9절 말씀을 찾아보겠습니다. Это Второзаконие, 6 глава. 우리 같이 읽어보겠습니다. 6장? 6장 4절에서 9절 말씀. 4 по 9 стих, 6 глава. Прочитаем. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на ворота твоих. Аминь. 여러분, 우리는 여러 가지 질병이 있고 여러 가지 습관이 있습니다. У нас есть различные болезни, различные привычки. 세상적인 치유 방법은 문제 해결을 위해서 다양한 방법을 동원시킵니다. И поэтому в миру для разрешения проблемы они используют различные способы. 그러나 성경에 있는 하나님의 치유 방법은 한 가지입니다. Но метод исцеления, который дает Библия, он один. 하나님의 말씀을 듣는 것입니다. Это слушание Слова Божьего. 그 말씀은 살아있는 말씀이요. Потому что это Слово живое. 우리의 오래된 잘못된 것을 치유하는 영혼을 소생시키는 말씀이요. То есть это такое Слово, которое может менять нас, все, что нас запечатлелось в течение долгого времени, исцелять. 어떤 환경 상황 가운데서도 부족함이 없는 풍성한 말씀이요. То есть это такое слово избыточное, что оно может действовать в любой ситуации. 지금 이 말씀을 받는 여러분들이 이 말씀이 체험되어야 되는 겁니다. И поэтому сейчас, слушая слово Божие, вы должны испытывать это слово. 이 말씀을 먹어야 되는 것입니다. Вы должны питаться сейчас этим словом. 머리에 들어가 있는 것이 마음으로 담겨져야 되는 것입니다. То, что в вашем голове, оно должно войти теперь в ваше сердце. 그 말씀이 저와 여러분들의 마음과 생각과 삶을 인도해야 되는 것입니다. Потому что вот это слово должно вести вашу душу, ваши мысли, вашу жизнь. 우리가 정확한 하나님의 말씀을 들을 때 하나님을 사랑하게 될 줄로 믿습니다. И я верю в то, что Господь действует, когда мы слушаем точное слово Божье. 저는 1979년도에 인격적으로 살아계신 하나님을 만났습니다. Примерно в 1979 году я по-настоящему встретился с живым Господом. 제가 1977년도에 군대 생활을 할 때에 저는 불교 절에 갔었습니다. Получается, в 1977 году я служил в армии. 그날 주일날 저는 절에 가서 우상 앞에 절을 했었습니다. И при этом по воскресным дням я приходил в буддийский храм и поклонялся перед идолами. 그리고 한 1년 반 시간이 지나면서 내 몸에 아주 중병이 찾아왔습니다. И прошло где-то полтора года, и серьезные болезни пришли в мою плоть. 폐결핵 3기 까지 오게 된 겁니다. То есть проблемы с легкими пришли. 그래서 제가 병원에 격리 입은 상태에 있었습니다. И меня положили в больницу. 그때 저는 완전히 절망, 절망 또 절망했습니다. Я находился в совершенном разочаровании. 젊은 사람이 폐병에 걸리니까 사람과 만날 수도 없고 가족들 간에도 이렇게 대화할 수가 없었습니다. То есть, получается, я совсем молодой, попал в больницу. Я не мог увидеть ни свою семью, ни встретиться с кем-то. 굉장히 저는 절망 상태에 빠져있던 그때 하나님이 찾아오셨습니다.
Вот такое было самое время такого глубокого разочарования, и вот тогда сам Господь пришел в мою жизнь. 하나님께서 저에게 감사라고 말씀하셨습니다. Господь дал мне услышать такое слово: благодари. 저는 뭘 감사해야 될지 영문도 몰랐습니다. Я даже не знал, за что можно благодарить. 그리고 지금 이 말씀을 하시는 분이 누구인지도 저는 몰랐습니다. Я даже не знал, кто говорит мне это слово. 내가 뭘 감사하지? 저는 오히려 불평했습니다. А за что мне благодарить? Наоборот, я недовольствовал. 내가 군대에 입대할 때는 건강한 몸으로 왔는데 군대 생활을 하면서 폐병 3기로 지금 병원에 입원해 있는데 뭐가 감사하냐고 저는 오히려 불평했습니다. То есть, получается, я служил в армии, а теперь я вот так заболел, вот проблема с легкими, вот такой уже серьезной стадии. За что благодарить? 근데 하나님께서 또 감사하라고 말씀하십니다. Но Господь опять сказал: благодари. 이유도 설명도 없이 또 감사하라고 말씀하십니다. Без объяснения, без причины, благодари. 세 번 그렇게 연속으로 하나님의 음성이 정확하게 들렸습니다. Получается, где-то три раза я точно услышал так голос Божий. 그때 시간이 새벽 3시 반경이었습니다. То есть это было где-то 3:30 рассвета ночи. 내 주위에 아무도 없었습니다. Никого не было вокруг меня. 말하는 사람도 없고 흔적도 없고. То есть не было, чтобы кто-то мог шуметь. 그런데 음성은 정확하게 들려오는 것입니다. Но я очень точно слышал голос. 그래서 세 번째 감사라는 그 말씀에 나도 모르게 하나님 감사합니다라고 고백했습니다. И вот когда третий раз я услышал благодари, тогда сам не знаю как я сказал: Господь, я был тебя благодарю. 근데 그때 위로부터 말할 수 없는 평안함이 저에게 임했습니다. И тогда, как свыше на меня снизошел покой. 내 몸이 너무 가볍고 하늘을 나는 듯한 그런 느낌과 기분이었습니다. Вот такое настроение, такое ощущение было, как будто мое тело стало легким, как будто я как в небеса поднимаюсь. 그래서 그날 아침에 의사가 저에게 내일 한쪽 폐를 수술하기 위해서 오늘 엑스레이를 찍으라고 저한테 명령했습니다. И как раз на следующий день мне нужно было делать рентген одного легкого, на который должны были сделать операцию. 내일 수술하기 때문에 오늘 엑스레이를 찍어야 된다는 것입니다. То есть завтра-то предстояла операция, а сегодня мне нужно было сделать рентген. 그래서 오전 10시경에 엑스레이를 찍으러 갔었습니다. И вот где-то в 10 часов дня я пошел делать рентген. 근데 저는 엑스레이를 찍고 제 병실로 돌아왔습니다. И вот сделал рентген, вернулся в свою палату. 점심 먹고 한 1시경에 의사가 나의 엑스레이를 전체를 다 가지고 왔습니다. И вот уже после обеда врач принес результаты рентгена. 그러면서 저에게 의사가 저한테 질문을 하는 것입니다. 이게 어떻게 된 거냐고 질문을 하는 것입니다. И тогда врач задает мне вопрос: как такое может быть? 그래서 저는 또 무슨 이야기, 뭘 말하는 것입니까? 라고 저는 또 질문했습니다. А я ему задаю вопрос: а что вы имеете в виду? 너 다 낫았다고 말씀하셨어요. Он говорит: ты исцелился. 깨끗하게 나았다고 말씀했어요. Все у тебя в порядке. 그 의사가 내일 수술할 사람이면 오늘 어떻게 깨끗하게 낫느냐라고 저한테 질문했습니다. И тогда вот этот врач спрашивает меня: как такое может быть, что человек, которому завтра нужно операцию делать, сегодня совершенно исцелен? 제가 어떻게 설명할 수 있겠습니까? Ну как бы я мог ему объяснить? 저도 잘 모르겠다 그랬습니다. Я сказал: я не знаю. 그때 하나님이 저 마음에 세미한 음성으로 들려주었습니다. И тогда Господь дал мне услышать мое сердце очень точные слова. 2년 전에 우상 앞에 절하고 있을 그때 나는 너와 함께 했다라고 주님이 말씀하셨습니다. Он сказал, что 2 года назад, когда ты поклонялся пред идолами, я был вместе с тобой. 네가 우상 앞에 절하고 있을 그때도 나는 너를 사랑했다고 말씀하셨습니다. И когда ты поклонялся пред идолами, и тогда я тебя любил. 네가 우상 앞에 절하고 있는 그때도 나는 너와 함께 있고 너의 이름을 불렀다고 말씀하셨습니다. И тогда, когда стоял перед идолами, я любил тебя и призывал имя твое. 하나님이 내 병을 단번에 완전히 치유하셨던 것입니다.
И Господь Бог за один раз совершенно исцелил мою болезнь. 그때 저는 많은 눈물을 흘렸습니다. Тогда я очень долго плакал пред Богом. 나는 하나님을 찾지 아니하고 우상을 숭배하고 있는데 하나님은 그때도 나와 함께했고 나를 사랑했고 내 이름을 불렀다고 말씀하셨습니다. То есть в то время, когда я не знал Бога, поклонялся перед идолами, и тогда Господь был вместе со мной, любил меня и призывал мое имя. 나는 하나님을 찾지도 않고 사랑하지도 않았는데 하나님이 나를 먼저 사랑했다고 말씀하셨습니다. То есть я не искал, я не любил Бога, но Господь сказал, что Он уже до этого любил меня, искал меня. 그날에 하나님이 저에게 성경을 읽으라고 말씀하셨습니다. И в тот день Господь сказал мне, читай Библию. 제가 난생 처음으로 성경을 펼쳤습니다. И в своей жизни впервые я открыл Библию. 창세기서부터 요한계시록까지 1.1획도 의심치 않고 그 말씀이 다 믿어졌습니다. И вот в это слово, от бытия до откровения, читая, я поверил в это слово, не сомневаюсь ни в одном слове. 성경을 읽으면서 하나님이 나를 치유하셨다는 사실에 대해서 확실한 믿음이 왔습니다. Читая слово Библии, ко мне пришла конкретная вера, что Бог меня исцелил. 하나님은 사랑이시구나. 그 사랑이 나에게 체험이 되셨습니다. Я понял, что Бог это любовь. Я испытал эту любовь. 어떤 일이 와도 하나님을 사랑하고 하나님께 감사하는 마음이 지금도 식지 않고 끊이지 않고 있습니다. Что бы то ни произошло, до сих пор эта вера, это понимание не исчезает, что Бог меня любит. 하나님의 본질은 사랑이라는 사실을 하나님이 저에게 가르쳐 주셨습니다. То есть Бог научил меня, Он показал мне, что истинная суть Бога это любовь. 우리가 하나님을 사랑해서 사랑하는 것이 아니라 하나님이 먼저 사랑하셨기 때문에 우리도 하나님을 사랑하게 되는 것입니다. То есть не просто мы полюбили Бога, и поэтому Бог нас любит, а Бог вначале нас возлюбил, и поэтому мы теперь любим Бога. 그런데 여러분, 놀라운 것은 내 모든 문제가 완전히 치유되고 해결되어 있는 것입니다. Самое удивительное, что все мои проблемы получили исцеление, стали разрешаться. 1979년 그해 이후로 지금까지 하나님께서 나와 함께 하시는 많은 은혜의 증거를 주셨습니다. То есть Господь с 79 года показал мне много ответов, свидетельств того, что Он вместе со мной. 아직 온전하게 변화받지는 못했지만 사단이 준 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 각인 새롭게 각인 뿌리 체질되는 은혜를 입었던 것입니다. Конечно, нельзя сказать, что я сейчас прям совершенно исцелился, но вот эти корни, которые во мне сатана запечатлил с самого начала, они теперь меняются на Божьи корни. 하나님께서 애굽의 저주에서 우리를 해방시켰습니다. Господь освободил нас из проклятия Египта. 그리고 광야길 가는 동안에 성막을 준비시켰습니다. И по пути по пустыне он приготовил скинию. 여러분, 성막이 건물이 중요한 것이 아닙니다. Важно не само помещение скинии. 잃어버린 하나님과 나와의 관계를 회복하기 위해서 하나님이 내 몸을 성전 삼으시고 나와 함께 계시는 것입니다. Чтобы восстановить потерянные взаимоотношения между мной и Богом, Господь сам меня сделал храмом Божьим. 우리에게 지금 성경을 주신 창세기, 출애굽기, 레위기, 신명기 이런 민수기 이런 말씀들은 전부 나를 위하여 주신 말씀인 것입니다. И вот это слово Божье, бытие, исход, левит, числа, второзаконие, это все ради меня дано. 레위기를 통해서 우리는 예배로 하나님 앞에 나아가는 것입니다. А через левит мы предстоим пред Богом в богослужении. 민수기를 통해서 하나님의 택한 백성은 그 광야에 척박한 땅도 반드시 통과한다는 사실을 말씀하고 있는 것입니다. Через числа мы можем увидеть, что человек даже идя по пустыне может все это преодолеть с Богом. 자, 가나안 땅 들어가기 전에 신명기 말씀은 또 하나님의 말씀으로 각인 뿌리 체질되도록
우리에게 교훈으로 주시는 말씀인 것입니다. И также в Второзаконии, прежде чем войти в Ханаанскую землю, Бог опять повторяет закон, чтобы он запечатлился, пустил корни, стал нашей сущностью. 지금 성경 66권을 해석하라는 말씀이 아닙니다. То есть здесь говорится не о том, что просто истолковывайте все 66 книг Библии. 성경 66권 속에서 하나님의 사랑의 말씀을 찾아내는 것입니다. Но в этих 66 книг Библии найдите слово любящего Бога. 어느 성경이든지 말씀 속에서 하나님의 사랑이 발견되질 때에 나의 근본 영적 문제가 치유되고 해결되는 것입니다. В любом месте, если вы найдете слово любящего вас Бога, тогда ваш дух начнет оживать, вы получаете исцеление начнете. 지금까지 교회가 실수한 것이 무엇입니까? До сих пор какую ошибку совершала церковь? 성경 말씀을 해석만 했지 사실적으로 믿는 체험을 전달하지 못했던 것입니다. То есть получается, слово Библии только истолковывали, но по-настоящему не верили, не применяли. 공산주의자의 창시자 칼 마르크스가 했던 말입니다. Это слово, которое сказал Карл Маркс, который был основателем коммунизма. 2000년 동안 기독교는 성경을 해석만 했다. Что только истолковывали слово Божье. 칼 마르크스는 이제부터 나는 세상을 변화시킬 것이다라고 선포했습니다. Но он провозгласил: "А я буду менять этот мир". 진리도 아닌 공산주의 사상으로도 세계 3분의 1을 변질시켜 버렸는데 생명의 진리의 말씀을 가진 우리가 변화받지 못한다면은 그는 잘못 믿는 것입니다. То есть получается не словом Божьим, а какой-то идеологией он изменил этот мир, где-то одну третью этого мира. А мы что можем силой слова Божьего? 말씀 66권의 말씀 속에서 사랑의 하나님의 그 증거를 찾아내면은 나도 모르게 하나님의 사람으로 성령의 사람으로 변화되어 있는 것입니다. То есть, если мы в Библии будем находить свидетельство любящего Бога, мы сами будем меняться в человека Божьего. 자, 그 보증이 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있겠다고 약속하신 것입니다. И Господь пообещал нам, что до скончания века сего Он будет вместе с нами. 그 보증으로 임마누엘의 이름을 주신 것입니다. И как гарантию Он дал нам имя Эммануил. 그 보증으로 지금 저와 여러분들이 원내스를 이루고 있는 것입니다. И гарантии Он сейчас пребывает с нами благословением Ваннес. 저는 지금 한국에서 러시아에 계신 여러분들에게 하나님의 말씀을 지금 전달하고 있습니다. Я нахожусь в Корее и сейчас вам русскоязычным я передаю слово Божье. 여러분 단순히 신학교에 입학해서 메시지 듣는다고 생각하면은 큰 착각입니다. Если вы думаете, что вы поступили случайно в духовную семинарию и слушаете слово, вы ошибаетесь. 어떻게 한국에서 한국의 그 기독교 한국 죄송합니다. 한국의 교회, 한국의 목사, 한국에서 신학한 목사의 메시지를 여러분들이 지금 받고 있습니까? Как вы сейчас могли бы получать слово пастора, который находится в Корее, из церкви Кореи? 이게 여러분 하나님이 하시는 일입니다. Это дело, которое делает Бог. 세계가 다 하나님께 속했다는 증거인 것입니다. То есть это свидетельство того, что весь мир он находится в руках Бога. 자, 우리 출애굽기 15장입니까? Исход. 19장. 출애굽기 19장 5절 말씀 보겠습니다. 4절 5절. 19장. 아, 출애굽기 19장 4절에서 6절까지 읽어 보겠습니다. 이스훗 19 главу 4 по 6 стих. И вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе.
Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. И вы будете у меня царством священником и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. 자, 우리는 세상에서 한국과 러시아와 미국과 일본, 영국 이렇게 나라를 지금 분류하고 있습니다. То есть сейчас во всем мире страны они разделены. 그러나 하나님께서 보실 때는 한 나라, 한 민족입니다. Но на Божий взгляд мы один народ, одна страна. 그래서 기독교 역사가 중요한 것이 아닙니다. И важна не история христианства. 지금 대한민국에서 지금 다락방이라는 단체가 예수가 그리스도라는 오직의 복음, 유일성의 복음을 우리가 찾아낸 것입니다. Вот сейчас через церковь Кореи, через вот, деноминацию Горницы мы услышали слово о Христе. Вот это уникальную благую весть. 방법이나 전략을 지금 말하지 않습니다. 프로그램을 전달하지 않습니다. Я сейчас не говорю какую-то стратегию, метод. 예수가 그리스도다. 오직의 복음, 유일성의 복음, 이 한 가지 복음만을 말하는 것입니다. Я говорю только о том, что Иисус есть Христос. Вот это уникальная благую весть. Только благую весть. 여러분, 저는 아프리카에서 한 오랫동안 사역을 했었습니다. Долгое время я нес служение в Африке. 저 아프리카 오지에서 예수가 그리스도라고 춤추며 기뻐하는 모습을 보면서 저는 충격을 받았습니다. И я просто в шок получил, когда африканцы рады, что Иисус есть Христос, они восхваляли Господа. 저는 좀 이렇게 많은 나라들을, 많은 나라의 현장을 좀 돌아본 경험이 있습니다. У меня был такой опыт в жизни, что я во многие страны ездил. 가는 곳마다 예수가 그리스도이심을 증거했을 때 언어도 다르고 문화도 다르고 체질도 다르는 모든 사람들이 하나가 되어서 예수는 그리스도, 예수는 그리스도 기뻐하며 즐거워했습니다. И я увидел такой образ, что передавая благую весть по всем вот этим странам, провозглашая, что Иисус есть Христос, люди, хотя они разных национальностей, у них у всех разный характер, но они так радовались, что Иисус есть Христос. 자, 여러분, 신학의 논쟁으로는 원리를 이룰 수가 없습니다. То есть они как стали единым целым. Если в миру это очень тяжело добиться такого единства. 그런데 예수가 그리스도라는 이 단순한 복음으로 지구상의 70억 인구가 하나가 될 줄로 믿습니다. То есть получается, каким-то дискуссиями добиться единства в этом мире тяжело. Но одной простой вещью, что Иисус есть Христос, возможно этого достигнуть. 자, 이 복음을 천국 복음이라고 말합니다. И вот это благая весть. Это благая весть для всего мира. 자, 이 복음만이 사단이 심어준 12가지 근본 문제를 완전히 치유할 수 있는 복음인 것입니다. И это та благая весть, которая совершенно может исцелить 12 проблем, которые дал сатана. 오늘 저와 여러분들이 사단이 심어준 12가지 문제가 완전히 치유되고 237개 나라 5천 종족을 살리는 영적인 치유 의사로 새로운 시작을 할 수 있기를 주 예수 이름으로 축복합니다. И благословляю вас во имя Господа Иисуса Христа, чтобы вы в себе могли исцелить вот все вот эти остатки проблемы, 12 проблем неверующего человека и были его свидетелями в 237 странах и 5000 племенах. 자, 둘째 시간 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. Вторая лекция на этом завершена. Благодарю вас.